Патриотичное выхование молоді, так и напрямок, застается одним из главных у деятельности военных комиссариатов Гродинщины. С этой метой у адукационных установах региона регулярно ладятся тематичные мероприятия, проводятся адмысловые встречи и разговоры с интересными героями. Черговый урок мужности с уделом ветеранов Узброенных сил прошел у Гродинской школе номер 28. Основными целями проводимых мероприятий являются формирование у молодежи чувства патриотизма, гордости за собственную страну, ее историю, готовности к защите Отечества, популяризация, конечно же, военной службы. Уверен, что такая работа необходима среди подрастающего поколения для того, чтобы она знала историю нашей страны и готовилась заменить нас на поприще защиты национальных интересов нашего государства. И если потребуется, и с оружием в руках. Сустречу со школьниками провели представники военных комиссариатов и ветераны Узброенных сил Республики. На мероприемстве запрошенными офицерами узгадывались подеи, связанные с 33-й годовиной выводу советских войск из Афганистана. Как было подкреслено у гутарцы, воины-интернационалисты достойно выполнили свой обовязок перед айчиной. Это один из тех прикладов мужности, на який может равняться молодь. Мы не приходили туда воевать, завоевывать данное государство, а оказывали интернациональную помощь. Мы вышли честно, боевыми порядками, с развернутыми знаменами, не бежали оттуда, сделали все от нас зависящее. И сейчас мы стремимся, чтобы нынешнее поколение молодых людей помнили, что мы выполнили свой долг, могли гордиться нами.